Сегодня наши коллеги телеканала «Архыз-24» отмечают первый солидный юбилей. Выйдя в эфир 12 апреля 2014 года, творческий коллектив и по сей день старается удерживать высокую планку интереса зрительской аудитории. В Госфилармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное десятилетию телеканала и сбору средств для оказания необходимой помощи участникам специальной военной операции. Поздравить юбиляров пришли многие из тех, кто был героями сюжетов программ «Прямых линий». 10 лет назад родилась идея создания медиахолдинга «Архыз-24». Это идея главы республики Рашида Борисовича Тимрезова. И он нас всячески на этом пути поддерживал все эти 10 лет. Соответственно, было очень много трудностей. Было трудно найти специалистов. Совсем непросто было организовать работу круглосуточного телеканала. Мы прошли все этапы за эти 10 лет. Мы были сначала в аналоге, в кабеле, потом спутники, потом цифровое ТВ. Для телеканала было две цели. Первая цель – это внутренняя, это поддержка информационного поля республики. А вторая цель – это внешняя, продвижение Карачаево-Черкесии за рамками региона. Мне кажется, мы с этой задачей справляемся и надеемся, что дальше будет только лучше.